Ладно, позабавимся, нравится мне та машина. Всех приветствую, друзья, снова у меня на канале, меня зовут Игроматор, и мы продолжаем с вами проходить Battlefield Bad Company 2. Ну что ж, давайте займем опять эту крутую машинку, как говорит наш сержант, и поедем на следующую точку, посмотрим, что у нас там интересного. Так, вся моя банда в сборе. Так, почему у нас трое? А где еще один чувачок? Не понял, уже обычно... А почему у нас двое, я не понял, где третий? А, один чувак здесь, по-моему, остался, да? Или нет? Ну, вроде бы как здесь он должен был остаться, да? Ну, ладно. Поехали, короче. Там потом разберемся, что к чему. Обычно сзади еще чувачок висел, вы помните, да? Так, как проехать через эту пустыню? Так. Сейчас, наверное, опять на нас кто-то нападать будет. Я надеюсь, что не будет, как в прошлый раз, с вертолетами. Я просто, если честно говоря, заманался их мочить. Ну ладно, сейчас посмотрим, что там дальше будет. Так. Как бы тут со скалы не улететь, да? Окей, едем дальше. Прикольно, да, такой? Пыль такая сзади. Столб пыли. А назад можно как-то посмотреть? Или нельзя? Можно только камерой ворочать, да? Как в Battlefield, наверное, нельзя. Так, окей. Едем, едем, едем. Так, здесь мы съедем? Отлично. Давайте на эту точку поедем. О, можно здесь, кстати, пошариться. Давайте здесь пошаримся, посмотрим, что тут можно посмотреть. Может, тут что прикольное есть? Ну-ка, давайте-ка вылезем. Можно туда залезть или нет? Это, наверное, вам не выживалки какие-нибудь, да? Где можно везде лазить, смотреть. Просто какой-то корабль разрушенный. Так. Наверное, залезть нельзя, я думаю, скорее всего. Может, и можно. Ну, чисто так, побегаем, посмотрим. А, там минные поля, понятно. Я уже вижу там минные поля. Значит, нам не туда. Солдафоны наши. Окей. Ну, вот прикольно в этой игре то, что с тобой бегают твои союзники, да? То есть, постоянно. Это во времена, когда Call of Duty, по-моему, Modern Warfare выходил. Тоже там бегали с тобой всякие солдафоны. Так, давайте на ту точку поедем. Какое-то здание. Смотрите, там реально будет, наверное, жарко сегодня. Я не знаю, ребят. Что там все не будет? А как туда доехать? С какой стороны? Сюдой или сюдой? Давайте туда поедем. Так. Пустыня такая жесткая, да? Так, мы, по-моему, к границе карты подъезжаем, да? Так. Ага, вроде сюда, да? Вот, дорога какая-то. Сейчас, наверное, нас будут встречать здесь. Так, а что тут у нас интересного? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, ящичек с оружием. О, давайте оружие возьмем другое. Вот оружие, вот это вот я возьму. Дробаш, снайпер. Давайте, может, снайперку возьмем? Давайте снайперку возьмем. Снайперкой будем уничтожать всех там, кого не лень. А что тут можно сделать? Тут можно, наверное, что-то сделать? Не, нельзя. По-моему, ничего нельзя. Радио. О, открыть контейнер. А, это. Понятно, все. Едем дальше. Так, дорога у нас вот это туда ведет, да? Видимо, в гору туда надо будет. Замок этот. Там тоже что-то будет, скорее всего. Опять ничего не видно из этой пыли. Так, по-моему, сюда надо, да? Взорвать нельзя это все дело. Как-то залезть. Так. А, в замок? Нет, замка нет. Мне казалось, замок висит. А как мне туда залезть? Я даже не знаю, ребят, как мне туда залезть. Как-то в замок в этот попасть надо. Ну, точка вроде бы там обозначена, да? Хотя нет. Ну, вроде как да. Так, а как туда залезть, а, ребят? Я не знаю. Ну, где вход какой есть? Так. Я уже, честно говоря, не помню, как то пройти в этот замок. Куда там идти надо, что делать. Так, окей. Давайте поищем другой путь. Видимо, не здесь вход у нас. Давайте сюда поедем. Здесь проедемся, посмотрим. Как вообще в этот замок попасть-то? Может, это последняя точка? Ну, вроде бы как нам туда надо, да, то есть показывает. А, вон, наверное, вход у нас. А, и все, я понял. Сюда надо было сначала ехать. Окей, поехали. Так, а что я там за оружие взял? Да, то, что мне надо... Так, и сюда мне надо заехать. А, здесь мы, наверное, пешком пойдем, да? Опа, опа, опа. А, машинка упала. Ну ладно, я думаю, что я туда свалю потом. Так, чувачки, погнали. Сейчас, наверное, на нас нападать будут, да? Окей. Так, где вы там лазите? Вертолет опять. Я слышу опять вертолет.
Неужели опять с вертолетами воевать? Точно. Блин, вертолет, ребят, опять! Да не может быть так. А, это, наверное, скорее всего, десант будет, да? Нет? Или это наш вертолет? Я уже этих вертолетов боюсь. Так, надо спрятаться где-нибудь. Укрытие, все верно, сержант говорит, укрытие. Так, где еще? Опять ничего не вижу из этой дымки. Так, спецназовцы крутые. Я этот автомат больше ни на что в жизни не поменяю. Это самый лучший автомат в этой игре. Так, это что у нас? А, патрончики. О, патрончики. Давайте эту гранату кинем. Там, по-моему, дядька какой-то сидит. Так, я его, по-моему, не убил. Так, надо было здесь все-таки дробаш брать нам. Готовы. Еще. Моя братва разберется здесь, да? Готов. Еще один. А, это наш. Наш сержант уже побежал вперед. Так, перезарядка. Давайте патрончики сразу пополнять. Чтобы без патрончиков не бегать. Так. Что там дальше? Я знаю, что здесь будут нападать опять. Какие-нибудь вертушки опять прилетят или что-нибудь такое будет. Здесь. Так, было прикольно, если бы можно было замок этот весь взорвать. Давайте попробуем взорвать. Взорвется он там. Разрушаемость есть. Нет, к сожалению, не разрушается. Было бы прикольно, если бы стены рушились. Можно было бы этот замок взорвать нафиг. Так, это что такое? А, это у нас опять контейнер, да? Может мне что-нибудь другое взять? Дробаш? В замке бегать? Пулеметы? У меня, кстати, еще вот оружие какое-то есть, да? Я тут что-то пооткрывал. Пулеметы. Пистолет можно взять обычный. Базуку, да? Еще какой-то пулемет с прицелом, да? То есть что-то подкрывали мы с вами. Ладно, пускай снайперка будет, там разберемся. Там, если вертолеты, обычно базуки всякие валяются. Так, куда моя вся братва пошла? Я потерялся. Так, стоять, дружище. Бежим вперед. Так, музыка играет. Значит, что-то будет сейчас. Я знаю, это в играх всегда так бывает. Стоп! Нас подстрелят! Ух ты. По-моему, снайпер какой-нибудь понадобится, да? Давайте посмотрим. Вертолет, не высовываться! Не высовываться! Еще вертолет прилетел, обалдеть. Это безумие! Черт. Ух ты. А кто меня убил? Вертолет? По-моему, вертолет. А, ну да, точно, еще один вертолет прилетел. Так и знал, что будут вертолеты. Значит, нам надо, ребята, назад вернуться. Нас подстрелят! А, не, подожди, назад могу вернуться. Я пойду оружие поменяю. Вместо снайперки возьму сейчас базуку. Потому что там нет смысла. Ну, было сразу базуку с собой взять, как я чувствовал. Так, где там ящичек этот волшебный? Вот он. Давайте возьмем базуку вместо снайперки, да? Вот она. Все, будет калаш у меня и базука. Так, я здесь не умру? Нормально. Опять, ребят, вертолеты начались. Опять. Как я ненавижу эти вертолеты? Я ненавижу эти вертолеты. Опа. Нифига себе, они гасятся. Ух ты, крутые дядьки, блин, там сидят. Ну, там, смотри, толпа целая. Давайте мы туда с подствольника погасим, что их просто там куча. Обалдеть, вы смотрите, сколько их там. Это просто жесть. Вон еще наверху сидят. Так, прячемся в укрытие. Я лучше там сидеть не буду, что там шмаляет у нас. А, вертолет, наверное, пехоту выгрузил, да? Так, давайте-ка шмальнем туда. Убило там кого-нибудь, не убил, я не знаю. Может, надо было реально тут снайперку взять? А я взял базуку. О, смотри, толпа бежит. Гасим всех. Перезарядка. Так, наша братва там держится. Где еще? Так, давайте с подствола. Гасим их там. Там просто их офигеть их там. Ох, ё-моё, ничего себе они шмаляют. Давайте гранатки. Так, вверху.
Чувачок вверху, вижу. Сейчас мы его загасим. Твою. Куда гранат кидаешь? Нате вам гранаты. Нате вам еще гранаты. Блин, там, по-моему, пулеметчик сидит, 100%. Так меня почти убили. Так. Надо как-то поменять позицию, не знаю. Сдохни. Все, всех. Все, всех убили. Нет, там чувак с дробашом сидит. Ничего не вижу из-за того тумана. Так, перезарядка. Давайте ближе подойдем к нему. Ух ты, ух ты, ух ты. Нельзя пройти, железная дверь. Ну вылези, 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 вылези. Все, хедшот. Он крутые какие-то дядьки. Ага, понятно. У них какие-то дробаши, да, какие-то. УАЗ-12, по-моему, да? Ну да. Чё за дробаш? А, ну этот дробаш крутой, с которым я бегал. Ну давайте с дробашом побегаем. Тут в замкнутых пространствах. Так, это что за пулемет у нас? О, МГ-42. Это ништяк. Вот это ништяк, ребята. Давайте лучше пулемет возьмем. Мы возьмем дробаш. Так. И... Так, подожди. Я хочу взять... Чтобы единичка у меня был пулемет. А двоечка... Не, подожди. Да, вот двоечка у нас будет дробаш вместо этого автомата. Ну, правда, тут есть подствол. Ладно, возьмем так. С пулемета, я думаю, у нас больше шансов кого-нибудь завалить, да? Ну, посмотрим заодно, что за пулемет. Давно уже с ним не бегал. Так. Куда тут дальше идти? Может, надо было все-таки базуку взять? Опять вертолет какой-нибудь прилетит. Так, идем дальше, ребята. Куда мы из солдафона побежали? Сюда, да? Давайте лучше дробаш возьмем в руки, а то мало ли какой-нибудь... Так, я не то пошел, по-моему, да? Так, здесь все закрыто. Ящики. Вот наши солдафоны. А ящики разбивать нельзя? Нельзя. Что там впереди? Что-то мне такое чувство, что будут вертолеты. Нет, давайте, знаете, что сделал? Я вернусь, все-таки возьму базуку. Вот что-то мне такое ощущение, что будут вертолеты сейчас. Потому что мы наверх выбираемся, да? Давайте лучше, наверное, мы вместо дробаша возьмем базуку. Где моя базука? Вот она. Мало ли там кто-нибудь вылезет. А солдафонов можно с обычного пулемета загасить, правильно? Так, я не туда бегу опять. Стопе. Не туда бегу. Где мои солдафоны? Подожди. Не, все правильно бежал, по-моему, да? Сюда. Сюда направо. Не, подожди, стой. А, вот сюда, все. Запутался немного в этих катакомбах. Так, идем вперед. Идем вперед. Сохранение. 100% что-то сейчас будет. Опа, опа. Так, где? Граната пошла. Без анимации. Ух ты, жестко они там засели. Так, там пулеметчик, перезарядка. Да, пулемет, конечно, скорострельный, но патроны просто улетают, офигеть. Так, где он там? Так, давайте-ка мы туда шмальнем. Вот так вот. И я немножко отойду, потому что мне надо перебинтоваться. Да, надо было здесь снайперку взять. Я уже это понял, ребят. Ну, кто ж знал. Патроны кончаются. Я еще могу вернуться, да, за снайперкой. Так, а если я до того дома добегу? Добегу, не добегу. У меня есть позиция. Так, патрончики мне надо. Патрончики. С другой стороны, с правого фланга обойдем их. Так, я застрял. Я застрял. Давайте гранат... А, гранат нету, гранат нету. Ух ты, как мне он в голову пулями зафигачил. Так, еще кто-то остался. Опа. Так, давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас взорвем их. Где там он? Пулеметчик где-то там сидит. Тихо. Куда гасят? Непонятно. Так, все? Еще двое осталось. Вот он. Ой-ой-ой. Что это было непонятное? Так, мне надо срочно патроны. У меня патронов нет.
Где мне патрончики взять? Долгая перезарядка у пулемета. Так, здесь не запрыгнуть. Один чувачок остался какой-то, да? Сейчас с дробашом какой-нибудь сидит там. Все чисто, всех убили. Отлично. Мне патроны нужны, ребят. Вертолет! Базука, 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 где базука? Готов. Еще один? Вертолет еще один должен быть? Повезло. Когда глаз двинется, поверни этот переключатель. Сработало. Да-то же, блин. Будь кем хочешь, ядрен батон. Эй, если что случится, ну ты знаешь, похорони меня на стадионе ковбоев в Арлингтоне, Техас, штат одинокой звезды. Я такой стою с базукой, слушаю своего командира. Окей, а, все, понял, на каждой точке остается у нас один солдафон, да? Понятно, но мне надо патроны, а где мне патроны можно взять? Ну, хотя у нас соточка, да? Ну, пулемет прикольный, но очень скорострельный и быстро очень патроны кончаются. Все-таки тот автомат на самом деле самое лучшее здесь оружие, насколько я вот понял. Так, ну что, я поехал? А, ну да, вот один командир со мной остался. Получается, второй наш чувачок тоже остался. Так, последняя точка осталась. Поехали. Так, а куда нам ехать? Нам надо в другую сторону ехать, да? Поехали. На следующую точку. По-моему, где-то здесь можно проехать. По этой дороге. Насколько я понимаю. Стрелять в замок. Правда, не туда я стреляю, ну ладно. Так. Что там дальше нас ждет? Наверное, на тот маяк надо ехать, да? Я так понимаю. Или нет? Так, здесь мины. Мины, мины, мины. Вот можно, кстати, поменять оружие. Давайте мы, наверное, пулемет поменяем обратно. Возьмем что-нибудь другое. Возьмем автомат мой, с которым я бегал. Так, вот ящичек нашелся. Волшебный ящичек. Так, вот он, этот автомат я возьмем. И пускай базука против вертолетов всяких, да? Вот там всякие вертолеты разлетались. Так. Едем вперед. Так, не туда. Налево, направо. Налево, направо. Ну, какая разница? Едем же куда-нибудь. Так, давайте от третьего лица поездим. Так. А, вон там городок какой-то, походу, да? Ну, в городе, чувствую, будет много пехоты. Черт, от всего этого писка в горле пересохло. У меня, кстати, тоже в горле пересохло. В прямом переносном смысле от писка. Так. Заезжаем вперед. Блокпост. Так, мы уже в засаде. Так, давайте-ка вылезем. Вылезем. А как-то обойти можно? Как-то справа? Нельзя? Как мы так поверху? Давай поверху со мной иди. Я знаю, что в низине лучше не бегать, лучше поверху проходить. Было здесь дробаш взять. Сейчас будет дофига пехоты, 100%. Я чувствую, они там сидят и ждут нас. А, вот он. Снайпер. Так. Снайпер одного увидели. Опа. Ух ты, ничего себе, как мне прилетело, а. Офигеть. Офигеть, ребята. Так, а где он там сидит? Я не знаю. Так. А, вон он. Ах ты говнюк. Я тебя вижу. Я тебя убил. Так. У меня тоже РПГ есть, так что... Так, а как мне обойти отсюда? Мне надо как-то пройти здесь. Снайпер еще один где-то сидит. Где этот снайпер? Мне обойти? Здесь сюда надо идти, получается, или как? Обходить надо. Быстрее бежим в укрытие. Застрял. Тихо-тихо, снайпер кривой. Я знаю, что ты кривой, такой же, как и я. Так, где этот снайпер? Так, надо уничтожить его. Где он там? Снайпера позаседали. Вон он, вижу его, вижу, вижу его. Готов. Еще один снайпер. Вижу, вижу, справа. Сейчас мы его загасим. Вот что я люблю это оружие с железными прицелами, что вот угол обзора больше и больше шансов кого-то заметить.
Так, обозучик. Ублюдки слева, говорит, да? Так, давайте-ка. Где они там, в доме засели? Опа, опа, опа. Где он? Я не вижу его, где он там? Надо шмальнуть туда. Давайте в здание шмальнем. Я думал, я взорву здание, мне не получилось. Так, где он там? А, вон он. Еще один снайпер. Хорош, готов. Где мой этот... командир, он что-то там застрял где-то. Тут какое-то оружие нарисовано, да, новое. Что за оружие? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Давайте-ка возьмем. Во, вот это круто, вот это реально. Вот, вот это по мне, ребят. Это новый ствол, это круто. Люблю такое оружие. Тут еще под ствол тоже у него есть, да? Да, точно, отлично. Я уже забыл, что такое оружие есть в игре. Окей, идем вперед. Так, опа, снайпер еще один. Где он? Где он сидит? Наверху, наверное, где-то, да? Не вижу его. Слева откуда-то, наверное, гасит. А, вон, на вышке, вижу. Давайте устроим фейерверк. Давайте устроим фейерверк. Готов. Круто, люблю все разрушать. Так, идем вперед. Идем вперед, ребята. Идем вперед, продвигаемся. Так, у нас патрончиков нормально, отлично. Так, вон. Пулеметчик засел. Так, там, по-моему, засел кто-то. Давайте-ка туда мы шмальнем. Там никого нету. По-моему, никого нет. Идем вперед. А, вон он. Готов. На шару убил его. А, еще один чувак, вижу. Вижу, вижу, вижу. А, я его убил, да? Или мой командир убил его, непонятно. Так, давайте залезем на крышу. Тут лестница должна быть, да, где-то? Нету лестниц? Нету лестниц. Ну и ладно. Так, продвигаемся вперед. Опа! Пулеметчик сидит. Ну, это, знаете, такое затишье перед бурей. Я знаю, что будет скоро жесткая тут какая-нибудь фигня. Так. Идем вперед. Опа! Снайпер еще один. Снайпер, снайпер гасит меня. Давайте его тоже снимем. Не долетело. Не долетело. Я надеюсь, что вертолеты не прилетят какие-нибудь. Да чуть выше взять, наверное, да, вот так. Опять не долетело. Да ё-моё. Ладно, давайте так его снимем, да и все, это быстрее будет. Да, пока его снимешь, отсюда. Здесь реально снайперка надо было. Да я вижу, что снайпер. Сейчас мы его снимем, подожди. Я подавляю его огнем, а я сейчас прицелюсь и загашу. Все нормально, все под контролем. Не надо. Давайте вот так вот. О, все, попадание. Убило его? Вроде бы убил. Вроде бы никто не стреляет. Значит, убил. Окей. Так, продвигаемся дальше, командир. Перезарядка. Так. Похоже, та дорога ведет к антенне. Отсчет. Если нас засекут, будем отличными мишенями на спуске. Да, я согласен. А где тут ящик был? Подожди, где-то здесь. Наверху, что ли? Может, мне вместо базуки снайперку взять? Не, пускай базука будет. Вот мне с базукой как-то спокойнее, не знаю. О, машинка моя здесь, прикольно. Поехали. Так, я чувствую, что-то будет сейчас. Ох, что-то сейчас будет, я не знаю. Ничего не вижу, вообще ничего не вижу. С боем пробиваемся. Ух ты, ух ты. Все. А, все, просто прорвались. Без боя, без ничего, чисто проехали. Я знаю, нам нужна одна из этих кнопок. А еще. Черт, говорили мне, выбери серьезные занятия. Сейчас бы презентации в PowerPoint рубил. А, есть. Ладно, двигайте дальше, сам справлюсь. Двигайте дальше. Я один, блин, остался, офигеть. Ребята, я один. Где моя плохая компания? Никого нету. Ладно, поехали, ребят. Я надеюсь, что все будет ништяк, и я справлюсь с этой задачей.
опа, опа, опа. Снайпер, 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 снайпер. Сваливаем, сваливаем. Не, мне нужна снайперка, ребят. Тут много снайперов сидит. Где мне ящичек этот поменять? Вот он ящичек, а это патроны у нас. Да, надо было мне снайперку взять. А где он сидит там, я не знаю. На вышке, что ли? Давайте на вышку залезем, может там есть... Там это оружие какое-то есть. Попробуем туда залезть. Где-то ж вход должен быть здесь, да? Вход. На маяк на этот, да? Так, пулемет. А что за пулемет? О, с прицелом. Не, это оружие мне больше нравится. Снайпер где-то, скорее всего, на вышке сидит, наверное, да? Нет? Надо его загасить. Вот он мне не даст жизни. Он меня убьет. Так, а куда он шмалял, я не могу понять. Так, в машинку, если я сяду, я успею проехать, интересно? Давайте попробуем. Может, я проскочу, и снайпер меня не сможет убить. Ну, тут, знаете, вот тоже два оружия только можно таскать. Можно было там, как в GTA, там, таскать 500 стволов всяких. О! А это патрончики. Откуда он стреляет, не могу понять. Снайпер этот. Так, я надеюсь, что меня он не убьет. Давайте. Да, он не попадет, он кривой, я знаю, этот снайпер. Осколочная, говорит. Мы здесь быстро пролетим, никто нас не заметит. Просто тупо проедем сейчас, да и все. Чего воевать с ними, можно просто проехать. Так, здесь можно снайперку, кстати, взять, да? Опа. Кто там? А, базука прилетела. Офигеть, меня чуть не взорвали. Так, давайте мы возьмем, наверное, вместо базуки снайпера. Так, вот этот снайпер возьмем. Основное. Основное 2. Потому что много снайперов, ребята. Надо их гасить, снайперов. Позаседали. Так. Опа! Опа, опа, где он, где он, где он? Не вижу его. Откуда он стрелял? Ух ты, откуда он стреляет, не могу понять. Откуда он стреляет, ребята? Где он? Где-то с крыши летел. Не понимаю, откуда летит. Где-то снизу стреляет, походу, да? Базучиков столько. О! Готов первый. Так, давайте возьмем винтовочку. Ближний бой. Опа. Вижу его. Он себя выдал. Хедшот. Еще один. Готов. Так, ну вылазьте, гады. Никого нет. Так, перезарядимся сразу. Хорошая винтовочка 50-го калибра, Барретт, да? М95 Барретт, да? По-моему, Барретт называется она. Так, продвигаемся вперед. Может, можно было просто тупо проехать? Так. Никто его не видит. Я ниндзя. Так, здесь залезть можно, нет? Ага, слишком быстро, слишком просто было бы, если бы я здесь пролез. Окей. Идем дальше. Где? Опа, 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 взрывают. Я потерял этот... Лежать. Лежать. Сейчас мы пройдем до точки, ребят. Все будет ништяк, я надеюсь. Ныкаемся прямо. Ныкаемся в здание, чтобы... Опа, опа, откуда? Где-то кричит. Не вижу. Ну да, на высокой сложности тут... Ух ты, блин, снайперы! С первого выстрела убивают, наверное, да? Откуда-то оттуда прилетело. А, внизу он там сидит. Понятно, ну сейчас попробую его убить. Где он? Вот он. Готов. Ну да, тут снайперка нужна. Тут так просто не выберешься. Так, идем вперед. Идем, идем вперед. Так. Куда мне там дальше? Я не знаю. Вон машинка еще одна. Наверное, все-таки мне надо было на машинку садиться и проезжать мимо этого города. Так. В другую сторону надо сейчас разворачиваться.
А, можно стрелять даже, ничего себе, когда я думал, стрелять нельзя, ну просто проезжать можно. Круто, будем знать. Так, куда там ехать? Опять в замок этот, что ли, ехать? Или что? Или куда там ехать? Так. Хорош. Так, 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 что дальше? А, нам надо было сюда зайти. И что нам тут надо сделать? А, к компьютеру к этому подойти. Ну окей, давай. Синхронизировать данные. Марлоу, молодец! Я их настроил. Ты должен видеть корабль на тактической карте. Мы должны оставаться тут. Твоя работа — найти корабль. Прости, старик. Понятно. В общем, следующая миссия. Мне опять одному надо будет бегать. Так, ну ладно, ребят, давайте на этом сегодня закончим. Ну, сделаем продолжение в ближайшее время, как обычно. Кто досмотрел до конца, большое спасибо. Подписывайтесь на канал, если не подписались, если вам нравится такой стиль прохождения, вообще летсплей, прохождение, все остальное. Все, ребята, еще раз всем спасибо за внимание. Оценивайте, как обычно, подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте, на паблик в Стиме, у меня есть группа в Стиме. И, конечно же, на канал. Все, ребят, всем спасибо и до новых встреч.